Здорово всем. Здорово. Да, вы как я подстригла Эмиля, постирала вчера ему маечку, там все такое, он искупался. Вот так вот я его окромсал. А че, нормально. Подстригла. Я люблю куртку. Он говорит, я люблю куртку, и я ему подстригла волосы куртку. Ножничками. Что так чешется? Ножницами, но у меня нету этих, как их, ну, машинки или что-то такое. Блин, в общем, все, хрен полчаса, наверное, короче, у меня ноги уже это. Я стригла как могу, в общем. Я стричь, если честно, не умею. Я себе не стригу ни кончики, ничего. Я вот единственный там челку там, ничего это. А так я не знаю, как вот я чего там стригу. Это когда это, жить захочешь, не так разгоряешься. Чё там, в общем. Вот одну икону у нас за все время взяли, вот, казанскую. После неуведомый цвет, это когда мы в парке были. И с тех пор вот пока. Так, ну ладно. Я там сегодня делаю. А когда ее взяли? Дня 4 или 5 назад, что ли, где-то примерно в такое время. А, это у меня новая кастрюлька, я чайки печу, да. Я их меняю. Когда она совсем состарится, я просто выкидываю старенькие кастрюльки, я беру под чай. Я в них чай делаю. Так, а это я вчера котлет жарила, это остаток. Остаток от всех котлет. Котлет была большая чашка сверху. Две сковороды котлет я жарила с кабачками. Вот. Сюда я, в общем, не солила два больших вот таких вот помидорища. Вот. Я, правда, сюда добавила этот. Не солила, а добавила сенсой. Где-то столовую ложку. Столовую ложку полную. Не десертную, а столовую полную ложку. Так, может даже еще капельку добавлю. Тушу помидорки. Сейчас я порежу сосиски с сыром. А это я сегодня буду кабачки готовить еще. Поджарю картошку жареную делать. Кабачки, я даже не знаю, то ли с морковкой, луком картофель сделаю, а кабачки отдельно. А, кабачки, наверное, отдельно. В общем, что-нибудь там приготовлю. А это я сейчас порежу сосиски с сыром. Так. Раскалю яички. А, так. И подсолю немножечко, наверное, солью. Вот. И залью помидоры. Так, пока на паузу сосиски порежу. Эмиль говорит, мам, я устал уже от съемок, я говорю, ну отдохни это. В общем, это, я сама поснимаю. Так, сегодня воскресенье, 31 мая. Кстати, у батюшки твоего сегодня день рождения, Эмилюш. Так, ну такие вот дела. Сейчас порежу. Так, снимаю. А, все снимаешь? Угу. Что ты говоришь? Ничего. Ничего не слышу. Говорю, батюшки твоего сегодня день рождения. Мне срать, абсолютно. Абсолютно, вот ты не поверишь. Я просто так тебе сказала. Раз. Я вообще не вспоминала. Это я просто... Ну ладно, не будем. Угу. Так, портить. Итак, погода портит настроение, как говорится. Невыносимо. Второй день. Вчера дождь вливал. Тучи. Сегодня опять все что-то серо, то дождь поморозил, то одно, то другое. На рынке вливал. Эмиль поехал на рынок, ничего это не успел. Как говорится, даже это... Все, дождь как ливанул. И тут немного был.
Я, короче, думаю, комп переставлять. Зачем? Светит куда? В окно сильно. Окно светит. А куда ты его собираешься переставить? Да не знаю, подумаю все, как говорится, еще я не буду торопясь. Я еще все подумаю, обдумаю. Он стоит в таком идеальном месте, куда ты его переставишь? Не в идеальном, абсолютно. Во-первых, он от солнца греется, сам монитор, плюс он мне в глаза светит. А это как бы не есть хорошо. Как бы не есть. Так, ну все? Нет, я еще подсолить, помешать должна. Подожди, мне нужно... Я буду... В общем, как? Яйца все-таки придется подсолить, потому что помидор я делала с этим, как его... Потому что яиц много. Я даже не считала, сколько, 10 или 11. Раз, два, три, четыре, пять... 6, 7, 8, 9, 10. Как ты долго считал? Спасибо за критику. В общем, вот так вот. Огонь у меня сейчас на все включен. Я буду помешивать и помешивать, не отходя. Пока она это не приготовится. В принципе, как это... Ну, евреев там в Израиле как чуть-чуть по-другому, конечно, готовят. Ну, в принципе, очень как популярно, особенно вот как на завтрак с утра. Яичница с помидором, вот. Я очень люблю. Иногда, особенно вот как вот летом, особенно летом мне тянет. Ну, все, короче, потом... Ну, как и... Нужно постоянно, непрерывно помешивать. Вот, друзья, непрерывно мешаю. Передаю, кстати, всем привет, всех, на кого я подписана, кто на меня подписан. У меня, как объяснить, привычка или как это там, пунктик. В общем, я всегда просматриваю полностью... И в своей жизни никому ни один дизлайк не поставила. Это, как объяснить, мое правило или что там. Моя внутренность или как это? Мой мир. Вот. Конечно же, приветствую любимому каналу. Все, что Бог не делает, все к лучшему. Пускай и заблуждение. Там все вот эти вот там чувства какие-то, если... Все, что Бог не делал, все к лучшему. Я 5 дней не курю после 32 лет курения. Мама у меня всю жизнь курить бросить не может. 2 сыновей схоронила, поэтому я... В общем, не будем об этом. Вот. А то, что в моей жизни так получилось, там какие-то ну, чувства там, или как это объяснить, в общем, любовь. Я благодарна судьбе, что так получилось. Все, что Бог не делает, еще раз говорю, все к лучшему. Все готово. 5 дней не прикасаюсь к сигаретам. И если Бог даст, в моей жизни будет, если каких-то сильно потрясений, упаси Господь, то я, может быть, никогда к этому больше не вернусь. Ну, всем хорошей погоды, все-таки, когда плохая погода, ни во двор не выйти, ничего. Ни в огород, вот второй день. Всем хорошей погоды желаю, хорошего настроения, настоящей любви. Всем добра.